Сегодня будет спецвыпуск. Мы покажем вам тренировку не силовую, а более динамическую. Вот. И главное в этом выпуске — Миха и Леха. Tell me, can you see me now? While you were busy lost in the crowd, I was busy making myself. Ну что, какие-нибудь тоже советы дашь? Нет. Ну а какие советы я могу дать? Почему? По стойке? По стойке. Именно на брусьях? Да нет, любой стойке на руках. Любой стойке. Кто хочет научиться. Да, тут на самом деле ничего хитрого ты не скажешь, просто пробовать. И все. Ну, естественно, сначала с земли. Вот единственное, что я никогда не стою у стены, не советую этого делать. Только если поначалу. Почему? Ну, на мой взгляд, самое сложное в стойке – это поймать равновесие. Именно в начале, когда ты встаешь. А стена, она не научит этому. Имеет смысл стоять у стены только если новичок, прям совсем новичок, и у него в руках даже силы нет, чтобы удержать себя вверх ногами. Вот тогда да. А иначе, на мой взгляд, это бессмысленно. Нет, ну как бессмысленно? Толк тоже будет, но учиться дольше будешь. Вот. Поэтому сразу, прямо без стены. Много падать, конечно, придется, но со временем зато научишься ловить баланс, и все. Даже не отчет, никакой видос, это просто тренер. Не, ну понятно, что я там сейчас не упендрюсь. Ну вам-то это привычно, согласись. А вот ну, ему да. Не очень. Ну вот сейчас приучим. Жалко, что сегодня не притащили эту штуку чаще. Потому что я попробую. Ну видишь, сегодня Миша и так притащил пиццу, много всяких. Теперь будешь тебя преследовать с камерой, да? Это же спецвыпуск про вас. Камера, съемка, погнали. Нет, тут широковато, конечно. Ну да, тут широко. Блин, ты почти сел, чувак. Не, ну... Нет, ты ему надо. Сильно льстишь, почти сделал. Нет, нет, вот это не надо. Я вижу, что он почти до горизонтали дошел. Так, пошел, знаешь, куда? Это не тебе туда лезть надо. Что-то ты правда бесколол, черт. Что-то и правда страшно, да? Да, что-то ты правда страшно. Из чего, блин? Ага, вот. Нет, даже какой-то позор надо вырезать. Теперь ты меня понял, да? Кажется. Да, вот это добавлять не надо. Сегодня все-таки не вылезу. Что-то непонятно. Что скажешь? Осталось только довести близко к идеалу. И сейчас все посмеялись, до идеала, ну-ну. Ты как-то очень самокритичен. Да, я тоже согласен. Он слишком самокритичен. Слишком самокритичен. Да нет, слишком. Я думаю, нет. Надо стремиться, правильно? Сегодня попробовали новый формат тренировок. Если вам нравится, пишите в комментариях. В дальнейшем попробуем более раскрыть эту тему. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Да нет.